«Без права быть собой». Так называется первая из четырех серий фильма «Щит и меч». Этот фильм был сделан на Мосфильме в 1967 году. Его выход в прокат был приурочен к 50-летию службы внешней разведки КГБ СССР. В первой серии подробно рассказано, как советский разведчик Белов, которого играет Любшин, переехал из советской уже столицы Латвийской ССР, города Риги, в Германию. Там он прикинулся Вайсманом и устроился на работу в немецкую разведку Абвер, где начал активно продвигаться по службе. Это бодрое начало карьеры свидетельствует о том, что у немцев среди 70 миллионов их населения в 1940 году не было своих достойных разведчиков, и приходилось брать в Абвер кого попало, хоть беглецов из советской Прибалтики. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца.